Школьник Леша Герасименко – личность творческая. Мальчик с малых лет мастерит разного рода поделки. Не упускает возможности посетить мастер-классы, которые в Центральной районной библиотеке проходят регулярно. Тут можно выбирать разные цвета. Родители с тобой гордятся, на елку повесить можно. И я люблю рукоделие там. Разные материалы, мягкие, пушистые. Ну, интересно. Сегодня ребята создавали фигурки из фетра. На выбор им предоставили материал разных цветов. Можно было включить фантазию и смастерить что-то на свое усмотрение, но педагог квилт-клуба предложила участникам попробовать сделать розу. Пользовались ребята и ножницами, и клеем, и нитками с иголками. Работа кропотливая, процесс занял больше часа. Мне больше понравилось листочки делать, и вот цветочку мне все понравилось. Просто мне нравится рукоделие, я его люблю. Мастер-классы квилт-клуба «Центра Энергия» в библиотеке проходят раз в месяц по четвергам в 16:00. Участие бесплатное. Допускаются все дети от 6 лет. Предварительная запись не нужна. Не в каждой семье могут приобрести такие материалы, которые приносим мы, и не все дети могут попробовать вот себя в каком-то новом деле. Квилт-клуб в Центре по работе с молодежью «Энергия» существует с 1993 года. Сегодня в нем занимается более 30 человек разных возрастов. Квилт в переводе с английского – «стягать». Так и есть на деле. На занятиях учащиеся стягают разного рода материалы и шаг за шагом создают интересные подделки. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.